Мы сделали каждый из столов проекты. Хотите услышать, какие проекты? Кто готов? Добро пожаловать. Вам можно одеть в форме. Сейчас тигер, ой, сейчас мы поможем. Попрошу очень важная работа. Это очень сложно на самом деле будет. Нам нужно научиться слышать и слушать, да? Соответственно, по 2 минуты каждый выступает. А мы постараемся слышать. Здравствуйте. Ну, мы тут посовещались с группой ветеранов своих города, которые живем. Я хочу напомнить, как краевед, что в будущем году нашему городу, совместно вами, будет 400 лет. Это у нас еще больше забыть проекты. Потому что первое упоминание о городе было летописи за 120-й год. Следующий год. 20-й год, 40 лет, то есть мы можем все это подать под соусом 400-летия города. Почему? Чего к старому году? Это 50-й год отмечали там солнце. Тем более, в свое время чего к старому не шло, в свое время было, в начале 15-го века. Так что вот мы поэтому идем под этим соусом, называем эту парк 40-летия города. Почему? Мы наши должны будем сделать, так? Показать, чистить довольно. А в лес в город у нас сверху, что? Потом мы въезжаем, проезжаем мимо лескота. Более Галушевская дорога, сейчас помнятаем, потом опять Бурьян. И вот до существующего КТП. Там тоже пустырь, все остальное. То есть у нас лес в город не смотрится. Тем более творчество там, а враг, который находится за домом. Вот это показываем. Это улица Николаева, это без блоку, то есть спускается. Автором заводского остается справа у нас магнит, да? Потом 89-й дом, автором заводского дом называемый. Потом 87-й дом, который живет, Евгений Васильевич, попадемный дом. Это там у нас. Вот здесь у нас пустырь. Практически. Вот 2 дома поставили, здесь пустырь, и тут враг у нас образовался. Оттуда попадает вода, оставили у завода. Тут, в общем, глубокий же враг. Вот это немножко. А тут первый вот этот дорог существующая. Готовная, построенная, кстати, местником, куда был главой города. Но недостроенная, туда осталось 23 метра. Но потом бегут учащиеся технику. То есть, если там раз, то можно здесь написать. Поехал, предлагаем. Лево засадить. Устроить всевозможные аттракционные и спортивные. Новые формы. Вот здесь есть типа полуострова, на том, что опору стоит, поставим здесь колесо ломления. Это самое высокое точка города, как на Малом Юрсике. А тут можно и город сказать. Дальше. Что он это туда идет? Вот ваше первое. Вам улучшаем этот. Государь вам рад. Улучшаем сообщение между домами. Поскольку ФСК рядом, здесь можно устроить, а да, здесь на этом месте устроить 2 полугалища, 3 каскад потом, чтобы враг, потому что глубокий, но узкий. Его, чтобы закрыть, и благоустроить, да, в Москве. Эти южники пружины называются. 2 каскад утром, один раз не смотрят. И дальше. Ну, соответственно, тут где-то в этом деле. И перспектива. Вот первый раз, когда это отключается, дальше идет пустырь. Пустырь – это фонд расширения города. Потому что Павел Геннадий пойдет сюда, потому что у вас там нет ничего. А здесь у нас вся инфраструктура. Есть котельная. Котельная, еще у нас есть. Котельная, может,
Если вам нужно больше народу, поэтому я предлагаю парк делать и назвать его это парк. Правильно.